10 ноября в Доме правительства республики молодые предприниматели получили гранты главы Тувы. 8 человек защитили свои проекты в рамках конкурса «Молодежный бизнес-проект 2017». Общая сумма поддержки составила 630 тысяч рублей. Конкурс «Молодежный бизнес-проект 2017» проводится в рамках реализации государственной программы развития системы государственной молодежной политики в Республике Тыва на 2014-2018 годы. Главная цель – это популяризация предпринимательства в молодежной среде для социально-экономического развития Тувы. Участвовать могли граждане до 30 лет. Размер господдержки по бизнес-проекту не должен превышать 300 тысяч рублей. Основным организатором конкурса выступает Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва. Я курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 28 копеек, евро 68 рублей 98 копеек.